Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Бизнес, получивший деньги от государства, начали проверять. О проверках со стороны контрольно-надзорных органов сообщают сами предприниматели в сообществе «Городский бизнес» в Телеграме. По их словам, прокуратура проверяет организации, получившие кредиты под 2% на сотрудников. Запрашивается документация, которую небольшие компании иметь не обязаны. Несколько человек даже обращались к общественным представителям бизнес-омбудсмена Кировской области. Все они получили одинаковые запросы от прокуратуры со списком документов, которые надо представить к конкретному сроку. Программа «Экономика». Кировское подсолнечное масло исчезло из магазинов. Гендиректор производственного холдинга «Здрава» Василий Савиных прокомментировал ситуацию порталу БН Киров. По его словам, это связано с подорожанием сырья и заморозкой цен на готовую продукцию, которую инициировали российские власти. Сырье за год выросло в цене с 40 до 130 рублей за литр, отметил Савиных. Отпускная цена у производителей готовой продукции с конца прошлого года удерживается на уровне 95 рублей. Несложно подсчитать, что данный уровень цены привел к значительным убыткам производителя, поэтому холдинг был вынужден временно ограничить поставки в магазины, сказал гендиректор «Здравы». При этом он заявил, что запасов продукции у компании достаточно. Экономика на 101 FM. Два аграрных кооператива получили миллионные гранты от Минсельхоза. Региональное министерство предоставило деньги обоим участникам конкурса: СППК «Уржумский» из Уржумского района и СППК «Звезда» из Пижанки. Они уже ранее пользовались господдержкой для развития производства мясных полуфабрикатов. В Уржумский район направят почти 6 миллионов рублей, в Пижанку – 11,5. И потратить деньги надо за два года с условием роста производства уже в 2021 году и сохранения в течение 5 лет штатной численности. Гранты сельхозкооперативам предоставляют с 2015 года. За 6 лет было 12 заявок на 120 миллионов рублей. Экономика. И о валютах в конце. Они значительно подорожали. Накануне доллар сегодня 77,77, евро 92 рубля 33 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.